Начнем с высокой информации. Президент России Путин заявил, что у Финляндии после вступления в НАТО могут быть сложности. Говорится, проблем не было, теперь будут, потому что мы будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные войска. Зачем им это надо, говорит Путин, чушь какая-то просто. Ну, то есть опять видим, что угрозы очередные, это же не впервые, конечно же, но, как думаете, сегодня, после того, как он уже огласил о том, что идет на выборы, прямая линия, пресс-конференция прошла, вроде как все по плану, все как репетировали, что дальше? Можно говорить о том, что сегодня Россия будет готова идти в новую войну, и насколько она может быть к этому готова касательно ресурсов, людского ресурса, техники и тому подобное? Нет, нет, к новой войне она не готова. Она и украинскую-то войну довольно тяжело переносит. Про Финляндию Путин говорил, по-моему, вчера, или, может быть, даже позавчера, а сегодня он говорил, что проблемы нарастают, на съезде «Единой России», что проблемы нарастают, как снежный ком, но нам это нравится, потому что мы северная страна и снег любим. Но признал, что проблемы есть. Поэтому это страшилка. Я напомню, что когда Финляндия подала заявку в НАТО, Путин сказал, ну, это нас не тревожит, в общем, ничего особенного. Сейчас вот он начинает довольно угрожающую риторику использовать, потому что Ленинградский военный округ – это как раз тот округ, который начинал зимнюю войну в 1939 году. Тогда был в рабоче-крестьянской Красной армии ЛВО. Значит, они его сейчас создадут. Вряд ли, потому что для того, чтобы создать округ, нужны солдаты. А солдат не хватает. Для того, чтобы создать округ, нужна достаточно серьезная оружейная база. Вооружение тоже только-только успевают печь и отправлять на украинский фронт. Поэтому я так думаю, что вы, наверное, правы, когда связываете это с избирательной кампанией. Путин произносит эти слова не потому, что хочет напугать Финляндию. Финляндия уже достаточно напугана, и именно поэтому и вступила в НАТО. И как раз сейчас она себя будет чувствовать в большей безопасности, чем раньше. Это они хорошо понимают. Эти слова он произнес для того, чтобы мобилизовать поддержку. У него единственная сейчас и главная задача – это объяснить, что Россия в кольце врагов, все хотят ее смерти. И он должен создать картинку, которая единственная обеспечивает ему уверенный статус руководителя этой страны. Он Путин, защитник Отечества, он обнаженной грудью верхом на медведе там, или на коне, защищает родину от агрессии со стороны Молдовы, Украины, стран Балтии, которые на самом деле являются цепными собаками НАТО. НАТО спит и лелеет надежду уничтожить, подавить, запретить, генетически модифицировать Россию, а только Владимир Путин этому препятствует, и, соответственно, за него надо голосовать. Это работает. Это работает лучше, чем рассказы про экономический рост на фоне резкого удорожания яиц и курятины. А вот мобилизация, ну да, мы за ценой не постоим, это нам не привыкать. Он это хорошо знает и вполне прагматично, цинично даже. Эту слабость российской ментальности использует. Если говорить не о какой-то широкомасштабной войне, а, например, о провокациях. Во-первых, мы знаем, что заявили в Министерстве обороны Молдовии, что там будут проводиться военные учения вблизи Приднестровья, потому что помним, что и Лавров на ОБСЕ угрожал, что Молдова может стать следующей жертвой Запада, и все якобы из-за плохой, неправильной политики Запада, то есть следующей после Украины. Вот здесь готовы ли будем, потому что, ну, НАТО может, конечно, и на провокацию отреагировать, какие-то, не знаю, может, ДРГ, любое какое-то вмешательство. А вот Молдова, там, мне кажется, Путину проще, может быть, что-то устроить. Как думаете, вот насколько здесь Путин может быть готов на что-то? Ну, это хороший пример так называемой брехни или вранья, потому что в Приднестровье оружие каких-то там 60-х годов хранится,
оно не обновлялось давным-давно, потому что благодаря путинской дальновидной политике из нейтральной Украины там, до 2014 года Путин создал отчетливо враждебную Украину. Соответственно, Украина, не будь дура, естественно, не будет позволять железнодорожным поездам с оружием пересекать свою территорию. Соответственно, Приднестровье – это такой анклав, или, может быть, эксклав, который висит на ниточке, а ниточка весьма слабая. Снабжать-то по самолетам, даже на самолетах нельзя ее снабжать, потому что аэропорта там нет. Приходится лететь через Бухарест, через Кишинев, конечно. Ну вот, о чем здесь вообще можно говорить? Это просто заурядная страшилка. Хотя, конечно, теоретически можно зайти по Днестру, но система военной логистики в данном случае просто не работает. Та же самая Украина вряд ли пропустит корабли рядом с собой с оружием на борту. Так что напугать можно. Объяснить, что вот сейчас там вспыхнет следующая волна, можно. И, наверное, российских граждан, которые остались еще на территории Приднестровья, таким образом, опять же, можно привлечь к голосованию за Владимира Путина. При этом прелесть Приднестровья в том, что сколько там ни было граждан, нарисовать можно на 50, а может быть на 100 тысяч. Больше никто проверить никогда не сможет. Вот все эти серые зоны очень Путину удобны. В этом смысле ему удобно очень голосовать, организовать голосование на вот этих четырех, как он говорит, новоприобретенных территориях. То есть Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская территории. Никто не знает, сколько там народу. Никто не знает, сколько, как они там проголосуют. Но нарисуют там замечательные цифры, такие, какие надо. Равным образом и в Крыму. Так что это предвыборные взвизги. И к этому так надо и относиться, по-моему. Кстати, сейчас мы еще к голосованию вернемся. Но вот еще одно уточнение. Значит, параллельно Путин говорит, что у России нет территориальных претензий. Никакого или будет другого интереса воевать со странами НАТО. Вот его слова буквально свежие. И говорит, что слова Байдена о том, что Москва может атаковать страны Альянса в случае своей победы в Украине, Путин назвал чушью полной. Также мы помним, что время от времени они говорят о якобы готовности к переговорам. Вот такая вот риторика. Это также предвыборная кампания? Часть ее или все же в России надеяться, может, каким-то образом, каким-то чудом сегодня кто-то согласится на условия Путина, что по мне вообще невозможно? Ну, я не знаю, я точно не могу это интерпретировать, но то, что Путин понимает прекрасно, что военный потенциал НАТО кратно выше военного потенциала России, сомнений не вызывает. Другой вопрос, что НАТО, как и любая западная демократия, прежде всего озабочена своими собственными интересами. Там и ни одна из западных стран, западноевропейских, остро не хочет тратить больше 2% валового внутреннего продукта на военные траты. У них куча социальных проблем. Это государство, ориентированное на избирателя. Государство, которое должны обеспечить для избирателя хороший, стабильный уровень жизни, безопасность, ну и вообще, чтобы он себя хорошо чувствовал. Поэтому они более охотно тратят деньги на социальные программы, на медицинское страхование, на образование, бог знает еще на что. И поэтому, кстати говоря, Дональд Трамп все время жаловался на Западную Европу, которая такая вот растакая, все время норовит недоплачивать положенные 2%. После войны, естественно, 2% они вынуждены доплачивать, потому что понимают угрозу со стороны Путина. Но от этого не легче Украине, потому что эти 2% рассчитаны на поддержку собственной системы безопасности. А Украине они могут помочь только тем, что свыше этой самой собственной системы. Поэтому они же не могут все свои ракеты, противоракеты, все свои танки, пушки и снаряды отдать Украине. Они могут отдать столько, сколько
могут. А тем не менее, потенциал-то большой, и Путин это прекрасно понимает. И на нацистскую территорию он не полезет. Поэтому Финляндия может спать спокойно, так же, как Эстония, Латвия и Литва. Ну, а Путин, он просто обречен бить в эти самые барабаны. В то же время, когда он говорит, что на территорию НАТО мы совершенно не собираемся нападать, это правда. Думаю, что и не собираются, и ресурсов для этого не хватает. Но иногда пугать считает полезным, потому что такая логика шантажа. Не хотите бояться, делайте так, как мне удобно. Ну, это, в общем, вариант, который господин Орбан все время демонстрирует. Хотите, чтобы я проголосовал? Дайте мне 10 миллиардов. Если не дадите, не проголосую. Такая пацанская вполне прозрачная ситуация, называется торговля с помощью шантажа.